Народные избранники на очередном заседании Тверской городской думы рассмотрели проект решения о внесении изменения в устав муниципалитета. Также депутаты заслушали доклад начальника УМВД по областному центру Евгения Дворянова о результатах деятельности за 2020 год. Всего на повестку дня было вынесено 15 вопросов. Начиная свое выступление, Евгений Дворянов отметил, что в 2020 году городской МВД, как и все структуры и организации, работали в непростых условиях. Пандемия коронавируса затронула и сферу органов внутренних дел, оказав влияние как на оперативную обстановку, так и на организацию деятельности. Она была заметно скорректирована с учетом потенциальных угроз и возникших дополнительных обязанностей. В результате принятия своевременных управленческих решений ситуацию в зоне ответственности управления удалось сохранить под контролем. Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. После доклада депутаты задали вопросы, которые беспокоят жители города. В частности, народные избранники коснулись темы массовой травли собак, недавно произошедшей в микрорайоне Соминка. Отдельно была обозначена актуальная для весенне-летнего сезона проблема наведения порядка в местах массового отдыха горожан. Все обозначенные вопросы будут решены, заверил депутатов Евгений Дворянов. Другим вопросом в повестке дня стало внесение изменений в устав Твери. Проектом решения вносятся поправки в ряд статей, также документ дополняется новыми положениями. Наиболее важные изменения закрепляет положение об инициативном бюджетировании, согласно которому горожане получат дополнительные возможности влиять на принятие решений по выделению бюджетных средств на благоустройство. Инициативы граждан должны иметь какую-то законодательную базу. Поддержка местных инициатив. Этот проект уже идет не один год у нас в городе Твери. И для того, чтобы этот проект не буксовал и не было противоречий законных, надо подвести к нему определенную базу. Чтобы люди могли участвовать в этих проектах. Много желающих, многие территории уже у нас участвуют в этих проектах. Кстати, прежде чем все изменения вступят в силу, проект должен быть обсужден с общественностью города. Публичные слушания проекта «Внесение изменений в устав» пройдут 20 апреля в 11:00 в Тверской городской думе.